И в эти же дни в Ноябрьске проходит фестиваль детской и юношеской книги. Одно из самых ярких событий праздника – встреча маленьких читателей с известным детским писателем Тамарой Крюковой. В течение двух дней писательница отвечала на вопросы ребят, рассказывала о своем творчестве и цитировала выдержки из своих произведений. К слову, Тамара Крюкова, автор разноплановой «Ее перу», принадлежит более 40 книг разных жанров. Из них такие известные, как «Костя плюс Ника», «Потапов к доске», «Сказки дремучего леса», «Хрустальный ключ» и так далее. Их общий тираж – 1,5 миллиона экземпляров. Кстати, совсем недавно писательница закончила работать еще над одним произведением. Вот буквально книга еще не вышла, она в отрисовке у художника. Называется она «Опасайтесь волшебства». Это третья часть путешествия про мальчика Митю, недоучку-волшебника Авосю и плюшевого львенка Мефодия. Вот. Первое – «Чудеса не понарошку», потом «Маг на два часа», теперь «Опасайтесь волшебства». В первое путешествовали по Шотландии, во второе путешествовали по Ирландии, а в третье – по Искании, где все ищут приключения на свою голову и находят.